Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Слушайте, парни, смотрите, это что такое? SCP-049, чумной доктор, класс Евклид! Мы что, нашли чумного доктора? Походу, да, мужики. Смотрите! А что, его открыть как-то можно или как? Да нет, никак, это камера содержания его. Наверное, он там запечатан навсегда, парни. Надеюсь, никогда ворота не откроются. Если он выйдет оттуда, он нас сожрет, парни. Лучше отойдите подальше. Не хотел это. Парни, а что вы сделали? Я ничего не делал. Что? Офигеть. Парни, ворота открылись. Вы посмотрите, какой он жесткий. Парни, это чумной доктор. Ё-моё, настоящий. А что он делает, мужики? У него глаза светятся. И он силу высасывает, парни! Он убивает! Братва! Ё-моё! Нифига себе, парни! Вот это он мне зафигарил! Ну что ж, ребята, всем здорово! А с вами по-прежнему Овер, Фонни и Бобби. Добро пожаловать в игарную веселую игрушку под названием Тирдаун! Всему персоналу SCP-фонда хай! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с парнями будем уничтожать самого настоящего SCP-049. Это у нас чумной доктор, опасный, страшный SCP-объект класса Евклид. Сегодня будет противостоять нашим машинам. Расскажу вкратце правила. У нас есть огромное количество техники. Машинки, спортивные, быстрые, есть тяжелая техника, есть автобусы, грузовики, военная и строительная техника. В общем, есть все для того, чтобы мы разогнались на трамплине и попали в нашего... Чумного доктора! И максимально жестко его разрушили с помощью машин. Так что, друзья, смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нас про ней будет безумно приятно. Ну что, парни, вы готовы? Ну, конечно. Окей, let's go, давайте попробуем его уничтожить. Ну тогда, парни, с каких машинок начнем? На одной поедем, каждый на своей поедет, как хотите. Я на этой хочу поехать. А, ну давайте, давай. Каждый на своей, парни, на супергонке пушки разрывной. 3 трамплина. Бабян, давай по правому, Андрюха, ты по левому. Блин, я так хорошо по центру стою. А я поеду по центральному. Ё-моё. Давайте, парни, и вставайте прям у начала трамплина, у начала дороги, и отсюда будем стартовать. Ну давайте. Окей. Готовы? Да. Давай, Андрюха, подъезжай. Давай, Бабян, отсчет и поедем. Ой, давайте, мужики. 3, 2, 1. Погнали, парни, газуемся! О, кто куда? На, нафиг, я вправо. Ой, у него кровь фиолетовая, парни. Да, фиолетовая. Я попал в центр, в грудь куда-то. Посмотрите, парни. О, кто там застрял? Ниже пояса, я застрял. Парни, нужна помощь, помогите. Андрюха застрял, ребята. Я еду. Вы можете меня вытащить? Андрюха застрял, а как нам тебя вытащить, бро? Не знаю, что-нибудь придумайте. Сейчас попробую. Я падаю. Я еще могу ехать. У него 3 пулевых ранения. Я не знаю, как его вытащить, ребят. Физик ган. Парни, помогите. О. О, парни, о! Я тебя достал, Андрюха, оттуда, нормально? Спасибо, Димон, спасибо. Смотрите, достал. Пробитие есть в нашего чумного доктора. Вон, такие пулевые ранения. Это было прикольно. Давайте так же, парни, еще раз на чем-нибудь только. Я с тобой хочу поехать. На дропе дробовика, на самом деле. Давайте вот, на бигфутах, сразу просто втроем на бигфутах. Да, давай, че, почему нет? Сосульку сбить, парни. Давайте так же. Ну, давайте я теперь слева, Андрюх, можешь по центру быть. Я тут ближе к левому. Окей, браза. Выравниваемся, парни. Сосульку сбить, это типа в нос попасть. Только. Давайте, кто долетит до носа, тот красавчик. О, ну, Андрюхе, кстати, легче будет долететь. Ну тогда, давайте ну, пока. Давай. Ну давайте, давайте. Ну давайте, ладно. 1, 2, 3, погнали. Едем все. Вон, пацаны, едут, ребят. Я тоже разгоняюсь. Поехали, жестко парни. Еду. Побян не долетел. Никто не долетел до носа. Оу. Ну я не до носа, я ему помог это. Ну я четко попал. Я увеличил рану ему. Смотрите, а наши эти дырки соединяются, да? Потихоньку. Да, здесь да, соединился, да. Это, здесь это. Мне понравилось, как Бабян доехал. Никак не доехал. Бабян хорошая работа, брат. Бабян упал. Так, парни, а давайте знаете на чем? На чем? Садитесь ко мне. На лимузине? На лимузине поедем. Димон, а ты прокатишь меня на лимузине? Да, садитесь, парни. О, смотрите. Вот он лимузин, парни, а вот они два охранника. Да, вот он. Нормально. Слева направо. Сейчас. Выстроимся. Ой. Стой, давай я, может, сзади машину уберу? Не, я хотел вот наоборот, типа, это два охранника, лимузин, и вот две машины, охранники. Ой. И что ты сделал? Димон, ой. Я выходить не буду. Ой, братва. Димон, отверил ты. Сейчас я подвину, парни, не бойтесь. Справишься? Да, не переживайте. Все, надо просто выровнять теперь тачку, друзья, и поехать. Так, отлично, готовы? Надо разгончик взять. Разгончик кажется, надо лютый взять, разгончик, парни. Димон, а вон, экскаватора бери. О, нормуль.
Четко. Ну чё, ребят, надеюсь, вы готовы. Поехали. Давай, Гаспаул. Максимально. Я хочу полное пробитие. Опять туда же, в дырку. Оу, никак. Я, кстати, наполовину всего. Ни насквозь и никуда. Нифига, и больше, у него больше не едет. Стрела в груди торчит. Торчит стрела. Пробили, ребят, реально как стрелой попали. Ну, неплохо. Есть пробитие. Солидно, парни. Так, на чем теперь можем прокатиться? В туалете. На толчке? На смайле. На смайлике? Ну давайте, давайте сначала на туалет, потом на смайлике тогда, ну, чтобы никто не обиделся. Готовы, парни? Да. По правому трамплину едем. Погнали, давай. Поехали, ребят. Мы газуем, мы летим. Чемного доктора повредим. Ой-ой-ой-ой. Какой-то он прочный, мужики, заметили? Да, он нереально прочный, ребят. Это чемной доктор, это ECP-049. Ну я думаю, смайлик покажет всю силу нашу. И ему будет больновато, парни. Силу, ну, угара. Давай и по центру, безумия. Может быть, мы в нос попадем. О, давай, на смайлике, может быть, да. А как раз высокие. Во-во-во, давай, хорошо. Вот сейчас на смайлике, ребят, реально попробуем. Прямо в жбан залетим. Поехали. Прямо в жбан. Надеюсь, готовы, парни. Я лечу. Давай, давай, давай. Нос! Хорошо! Задел, и обратно! Надо было обратно залететь туда. Неплохо. Вообще неплохо. Порвался. Вот, нос у него, как у Буратино, только теперь уменьшился. О, тюфяк. Как это зовут, который нос удлинялся? У Буратино? Пиноккио. У Пиноккио, когда врал. Так, на чем, парни, теперь? А давайте я теперь выберу. Вот на такой технике мы ни разу не ездили. А на какой, на какой? А вот такая. А, вот это что-то военное. Это что такое вообще? А, это типа бронетранспортер? Это хаммер. Это хаммер военный, наверное, да? Военный хаммер, давай. Давайте с левого. Слева, да, не прыгали слева. Давно. Слева с прогиба ему закинем. Слева с прогибом. Слева руля, парни. Блин, надо было на автобусе двойном ехать. Ну сейчас поедем на двойном автобусе. Давайте. Поехали. Сейчас мы едем вот так. Насквозь мы давай. Мы можем насквозь. Да не шибко хорошо. Хаммер, конечно, подвижен. Не, ну тоже неплохо. Дамага, так сказать, хорошо нанесли. Ну посуетили нормально. Вообще, мне прям нравится. На двойном автобусе? Да, давай. Это вот этот лондонский? Лондон, парень. Лондон из Capital British. British? Да. Лондон Capital British. Фантастиш, дастиш. Дастиш, фантастиш. Я поехали. Ну чё, поехали, братва. Let's go! Насквозь. Опять туда же. Давай насквозь. Не, насквозь не получается. Насквозь надо другую технику брать не может. Застряли. Мне так нравится, как у нас лимузин торчит. О-о-о. Почти залетели, кстати, что обратно. Что с автобусом этим? Лимузин торчит, вообще тема, парни. Так, ну чё теперь, Андрей? Как шашлык на шампуре. Я предлагаю взять жесткую технику. Вот это вот, кран с Моргенштерном, чтобы он наконец-таки сломался, порвался. Прям да, такой вот. Жесткий сразу. А кто за рулем? Ну, давайте. Это не я был. А кто за рулем? Давайте, парни. Пацаны, сели. Вы все ой, сломали. Выходите, выходите, не надо его, мы парни. Вышли, мы вышли. Не надо, он, кран. Он сам крутит. Не надо, не надо, вот нормально, он еще не трогает. Все, не трогайте. Ё-моё. Оно само крутится, верит, сейчас тут все сломается, нет, кран опасный. Шеф, сломай кран, убери его. Сейчас, я попробую убрать его физганом, парни. Тихо, тихо. Убирай его. Эвакуируем. 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 Все, вниз. Все, пусть у нас идет. Пусть там отдыхает. Потери, нафиг надо, друзья. Сказал. Он бы нам тут сейчас всю технику разнес. Че? А смотрите, что это за красный автомобиль? Красный? О! О. Тоже какой-то джипарь крутой. Джип. Ну-ка, давайте сядем. Прыгайте. Стой на месте. О, я сел. Поехали? Все сели, let's go. Давайте по центру. Давай, давай, с красным джипарем, ребят. Новая какая-то техника, такого не было. Let's go! Хорошо! Ой, через шею вышли, через шею, хорошо. Нормуль, нормуль. Можно по шее погулять, посмотреть. Да, я, кстати, внутри. По шее получил. Мне кажется, это смертельная рана. Здорово, Андроид, это прям было четко. Он не может здесь жить точно. Вообще. Так, парни, стойте, а давайте, знаете, на чем? А ну-ка. На чем? Конечно же, мы можем на автобусе полететь на школьном. Во. Садитесь на школьный автобус. Все сели автобусы? Да, я сел. Давайте, садитесь на бобусы. Давай по правому. Парни, чё? Вы заметили? Там трамплин там выше стал. А ну, шагей. Давайте в голову попробуем. Изи, насквозь, чётко. У него всё смерть. С кайфом. Жой, блин. Лицо зафигарили. А ну, парни, давайте на еще один автобус. Тоже школьный, только уже огненный вот этот. Сейчас, секунду. Сейчас в другую сторону попробуем полететь, другой глаз подбить, другую щеку. Давай. Вот он, чумной доктор SCP. Это тебе,
Это вот Дэшки против тебя. Это не Синтуки, мой золотой. Хорошо, парни. Слушай, у него башка слетела с плеч почти. Так давайте на еще автобус. Карл, садимся на Карла. Наш родный Карл. Вот он, родной Карл. Видите, ребята, написано Карл. Вот на него мы сейчас... Вот сейчас мы как полетим в голову, добьем лицо ему, да, парни? Он сейчас просто офигеет. Давайте, давайте. Главное четко попасть, парни. Готовы? Конечно, конечно, конечно. Гольд, пара. Попал, нет? Попал куда-то, нет? Прям в потолок. Не, попал, но у него не упало, но стоит голова. Надо что-то толстое, парни, взять. Белас? Белас. Белас. Ну да. Парни, берем Белас. Слушай, я, наверное, тут посмотрю, постою. Хорошо, окей, трамплин уменьшился, парни. Я тоже постою. Ну стойте там, но трамплин уменьшился, блин-блински, до головы не долететь теперь. Ну ладно. Давайте, Мон, сноси ему. Ну полечу так тогда на Белазе. Неси ему черешню. Лечу, парни! В руку. Домой. Нет. Домой! Ой-ой-ой-ой, Димон, я прям чувствую, как рука упала. Домой! Белаз остался там, рука упала. Белаз тоже падает. Или не падает? Стоит. Падает вроде. О, Белаз упал, парни. Это вместо руки сейчас бы был. Нормально, Белаз прилетел. Вот это жестко, друзья. Ну ладно, доламывать давайте, парни, чем-нибудь, а? Чем доламывать будем? Чем доламывать будем? А может быть, вот этим экскаватором, у которого много этих штучек? Сейчас, хорошо, я сначала вот этим, парни, я сначала вот этим врежусь. Я поехал, братва, вы там следите, я поехал. Эта штука будет, похоже, взрываться, парни, и взрываться люто. Сейчас бомбанет жестко. Сейчас будет бомбале... На нафиг! А чё она взорвалась в воздухе? Раньше сдетонировала. Не понял, парни, это вообще-то обидно было. Так, Бабяна, с какого ты сказал экскаватора? Вот, вот с этого. Где? Вот, на нем стою. Не вижу. Вот, я еду. Бабян на него сел. С дробилки, что ли? Да, с дробилки. Ну, так сразу сказал. Ну, давай на дробилке. Садитесь, давай, парни. Я сел. Сейчас будем дробиться. Андрюха? Сейчас, у меня и получается. С нами, не с нами, без нас. О, с вами. Сел, поехал. Ну чё, погнали тогда, давай, братва. Разгон и разгон. Ушел. И ушел. Нормуль. Хорошо. Ой, хорошо. Насквозь. Ой, как хороша проехалась, а. Четко насквозь, но у него голова, ребят, торчит. Надо на чем-то на машинке. О, трамплин поднялся. Там, на самом деле, особо, ну, на голове ничего не осталось. На машинке надо. Я сейчас просто доломаю голову. Не попал. А кто-то по мне стрелял, что ли? Нет, нет, нет. Что-то было, парни, или мне показалось? Так, давайте еще раз на машинке, парни, поехал. Давай, Димон, парни, пытайся. Поехал. Доломал! Доломал голову! Упала! Все, упала макушечка. Минус башка! Сломали мы чумного доктора. Прошла секир башка, как говорится. Секир каюк, парни. Ну, давайте повзрываем, может быть, его по Сантре. Ну, давай. Давай, садись, начинай. Взрывающий грузовик, ребят. Опа, едем по Сантре. Едем, летим. Как же он едет? Летим, едем, взрываем, уничтожаем! Четко, парни. Четко. Вот это разлет. Почти рука сломалась у него правая. Надо хоть правую руку как-то доломать. Согласны, братва? Да, конечно. Сейчас мы, ребят, доломаем. Ну, за это лайкусик. А также, друзья, пишите в комментах, каких монстров, персонажей или SCP еще разрушите. Мы с парнями все сделаем и всех реально разрушим. Ну, а я поехал, парни. Я поехал доламывать. Поехали! Туда! На взлет! Ох, как ему вообще здесь! И на взлет! Как ему месяца, парни, как ему вообще не, ему больно. Очень неприятно будет плакать горючими слезами. Я беру большой Бигфут, парни. Я беру гигантский Бигфут смерти. На нем самое главное, ребят, доехать. Потому что он очень такой сложно управляемый. Но, надеюсь, парни, доеду. Я пошел. Давай, Димон, мы в парни. Тебя верим. Давай, удачи. Ой, ой! Ну что это ты будешь делать? Я закрутила, завертела, блин. О, выровнялся. Выровнялся. Замечательный был аттракцион. Оно не едет вообще. Ой, не. Вот это кринж. Это отмена, парни. Этот не ломает. Тут есть еще один синий вон Бигфут. Не, я лучше попробую еще взорвать. Давай. Садимся, друзья, в грузовичок. Сейчас будем взрывать. Вот взрывать самая тема сейчас, парни, согласны? Конечно, конечно. Да, взрывная да. Тема, одобряю. Все, давайте, ребят, бомбанет, поехали. Блин, поехали. Бомбалелу! Бомбалелу! Бомбардо! Бомбуча! Бомбито! Ну что у него там? Почти рука доломалась, парни. Чутка не хватило. Хорошая работа. Да, мы ему руку сломаем, будем в гипсе ходить. Но столько много раз, парни, мы, наверное, вообще никого не взрывали. Это вообще столько грузовиков едет, ребята, у этого чумного доктора, что просто капец. Так, еду, парни. Еду. Еще туда. Прям долблю ему в эту руку. Все.
Сломалась или что? Оу, на чем она там держится, ребят? Блин. Это просто нереально. Ну что, друзья, думаю, можно засчитать такое разрушение чумного Конечно. Доктора. От него остались только кусочки. Ну вот такой, друзья, у нас SCP-049, чумной доктор. Кстати, я скучал, ребят, по SCP-шкам, по скромнику, по чумному доктору, по скульптуре. Да. Если хотите больше их на канале, пишите в комментах, и мы вернем их, мы достанем их из забытого мира. Ну что, парни, о, кто-то уже стреляет, а я предлагаю пострелять с танка, может быть, по нашему чумному доктору, а? Давайте постреляем. Давай! Вместе. Андрюха, ты садись на эту! На зенитный ракетный комплекс! Микрочелюху. Давай! Ты справа, Андрюха, а мы с по центру. И поехали! Окей. О! Ого! Димон, а что произошло? Там трамплин что-то поднялся. Так, подожди, Бобян, я попробую. Ой! Стой, стой, стой! Подожди, не стреляй, Андрюх! Сейчас я танк верну. Все, я вернул танк. Ёма, позиция. Вот это была суета, какое-то было сальто мортале, парни. Сальто мортале, меня слышно. Алло, привет. Алло, Бобян, подтверждайте выстрел. Выстрел подтверждаю. Выстрел. Огонь. Андрюха, подключаемся. Стреляем, ребят. Попробуем с помощью стреляющих штук разломать нашего чумного доктора. Это называется ракеты. Тихо, парни. С помощью ракет? А танк ракетами стреляет? Да. Или у него какие-то боеприпасы? Ну, может быть, боеголовки. Боеприпасы ракетные. О! Тихо-тихо-тихо-тихо, Андрюха! Не стреляй! Не жми! У него голова сейчас полетит. Ну, а уже летит! Не жми, не жми! Голова я не отлетела! Жму, он долетает. Так, голова отлетела. Я, подожди, Андрюх, меняю позицию. Прикрывай, Андрюха, будь на прикрытии. Мы с Бобяном уезжаем. Ну да. А что он говорит, Бобян? Я не понимаю. Слышу, я вот тоже ничего не понимаю. Это по рации связь не слышу. По рации? А мне кажется, ты... По рации. А я думал, ты ладошку говоришь. Нет, это по рации. А, по рации. Понятно, ну держи в курсе. Так, ну что, погнали. Он там черную энергию пускает. Танк разламывается. Мне под это огонь устроить. Давай, давай, огонь. Там черная энергия у него пошла, ребят, у чумного доктора. Черная энергия — это плохо, осуждаю. Парни, наш танк разламывается от этого. Ё-моё, Бобян, ты стреляй, я пошел прыгать в него. Я пополам. Ты стреляй, я пошел, ребят, прыгать на машинке в него. Парни, огонь, батарея. Сажусь, братва, начинаю прыгать. Ё-моё, он мне тачку разламывает своей энергией черной. Я не попал, я в руку залетел. Я был спереди под выпад вертом. Жесть, слушайте, ну с помощью танков, парни, стреляющих штук, мы ему сейчас прям пузо разломаем напополам, вам так не кажется? Огонь на поражение. Так, у меня, конечно, лагает, Бобян, сейчас попробую сесть в танк, пострелять. Давай. Сейчас попробую, о, сел. Нормально. Сейчас его напополам выломать. Да, надо доломать, ребят, его напополам. У нас получится, я думаю. А, у нас ракеты пролетают мимо. Все, влево надо стрелять. Там из-за дыма не было видно, что там пустота. Вот, стреляй дыма, влево. Все, Андрюх, не стреляй. Я сейчас доломаю. Окей. Сейчас будет доломано. Сейчас упадет, парни. Ой, суета лютая. Не поможет. Он весь горит. Домой. Надеюсь, ребят, не вылетит игра. Жесть, он на гоблина похож. Вообще. Она ему добивочку. Ничего не делай, Бобян, ничего не делай, чтобы не вылетело сейчас ничего. Он там завис. Он как лилипут становится, ребят. Лило и Стич. Он просто в лилипута превратился. Все, ножки остались и рожек даже нету. Ребят, ну с помощью танков, конечно, мега изи уничтожить чумного доктора. Есть пробитие. Все, уничтожили. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Ребят, обязательно подписывайтесь на наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого лучшего. Всем огромное спасибо, удачи, тебе лети, успехов, хорошего настроения и пока-пока. Баю-бай, дорогие друзья. Адьос, чуваки.